Режиссер Айки считает, что у картины есть шанс получить Оскар. Режиссер Сергей Дворцевой, который снял картину «Айка», попавшую в шорт-лист американской кинопремии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», назвал выбор жюри неожиданностью и крупным успехом. «Это, конечно, большой успех. Мне очень приятно, что там очень мощный состав. Очень сложно будет войти в номинацию, потому что очень сильные картины. Я не знаю, как по сравнению с другими годами, но в этом году очень сильные картины. Но шансы есть, потому что картина наша тоже мощная», – сказал он агентству. По словам режиссера, попадание в шорт-лист стало для него неожиданностью. «Мы не ожидали, потому что очень поздно включились в эту оскаровскую кампанию. У нас очень долго доделывалась картина, и многие не верили, что так поздно начав, можно чего-то добиться. Говорили, что просто люди не успеют увидеть картину», — отметил Дворцевой. Лента «Айка» также участвовала в основной конкурсной программе 71-го Каннского международного кинофестиваля в мае 2018 года и получила приз за лучшую женскую роль, которую исполнила актриса Самал Ислямова. По сюжету картины молодая кыргызская девушка по имени Айка живет и нелегально работает в Москве. После рождения сына она оставляет его в больнице. Однако через некоторое время материнский инстинкт приводит к отчаянным попыткам снова обрести ребенка.